На разборе сегодня канал Ольги Грищенко «Гений переговоров» и ее же канал «Этот новый мир игр» и «Ольга Грищенко». Это две принципиально разные истории. Один канал более-менее понятный и вопросов почти не вызывает, там есть мелкие придирки. А другой канал, ой, мне пришлось провести соцопрос, и довольно немало я собрал там данных, чтобы какие-то гипотезы проверить. В общем, сегодня будет тяжело, сложно, может быть жестко, но раз Ольга обратилась ко мне, а это у нас платные разборы, я беру деньги за эту услугу. Фу, наливайте кофе, будем сейчас разбираться. Начинаем с канала про переговоры, он довольно понятный. Ольга использует подход, название «Гений переговоров». Оно понятное, хорошее, четкое. Разбираем конфликтные ситуации, собираем переговорные техники, тренируемся в быстрой реакции на словесные удары. Окей, нормально, четко. Эти слова «словесные удары» в канале присутствуют периодически, Ольга поднимает эту тему. Как бы конфликтные ситуации там не совсем прям ситуации разобраны. Ну, в смысле, не конкретные ситуации, а несколько как бы абстрактно. То есть ситуации в целом бывают такие. Но это моя придирка, в целом это тоже есть. Переговорные техники точно собираем, да, все хорошо. Блок основателя того-то и того-то, автор такой того видишь -то игр. Тут все хорошо, Ольга молодец, правильно, правильно написала. Почти 60 тысяч подписчиков, 57 тысяч подписчиков. Все классно, в этом смысле классно, ну, вообще, без иронии. Когда начинаешь смотреть этот канал, в целом все подтверждается, что Ольга обещала. Ну, вот Ольга берет, например, мало говорить, главная ошибка в переговорах. И дальше рассказывает, что вот плохо, например, что учат давить, аргументировать, манипулировать. Это делать не надо, а нужно вместо этого делать что-то другое. Нужно, например, там, вопросы задавать. Вполне нормальный, четкий, цельный в принципе, применимый пост. Насчет, в принципе, применимости, вообще, как бы, с чем Ольга пришла, Ольга сказала, что люди подписываются и читают, но мало покупают. И, возможно, дело в том, что силу, возможно, инстаграмного бэкграунда, который был у Ольги, может быть, в силу того, как устроен этот контент, Ольга делает больший упор на то, чтобы это был популярный канал, и в меньшей степени, чтобы он был практически применимый. Ну, то есть, это канал в хорошем смысле такой научно-популярный. То есть Ольга берет какие-то попсовые вещи, например, кусочки сериалов, и рассказывает, например, главная ошибка в переговорах. Ты произносишь лишнюю информацию, какую-то. И она показывает фильмы кадры из фильма Джентльмены, где героиня выдает слишком много информации информация о себе и ты делаешь из этого какие-то может быть выводы хочется поговорить про разделение между полезным и интересным контентом смотрите Существует довольно уже как бы, устоявшаяся палитра контента, который людей развлекает более-менее в соцсетях. И если взять это применимо к всякому экспертному контенту, то это вот то, что сейчас на экране. Да, всякие лайфхаки, открытия. Ключевое здесь наблюдение и любопытство. Вот когда Ольга показывает фрагмент из фильма «Джентльмены», она делает конкретно развлекательный контент. Развлекательный в смысле, что... Я смотрю, это вызывает у меня какие-то эмоции, какие-то чувства. Например, ой, как здорово. Или ой, какая она молодец. Или ой, как любопытно. Вот эта эмоция... Любопытство. Она очень трудно транслируется в какие-то реальные действия. Ну, то есть, посмотрев фрагмент фильма Джентльмены про то, как жена главного героя убивает двоих гангстеров, а третий на нее нападает в итоге, и она выдает лишнюю информацию, ты вряд ли сделаешь из этого какие-то далеко идущие и полезные для себя выводы. То есть, ты поймешь, что вот действительно тезис Ольги, что не нужно выдавать новую информацию, тезис верный, но ты в своей жизни никогда не окажешься в такой ситуации, или маловероятно, или даже если ты окажешься, эта ситуация будет совсем по-другому разворачиваться, как это происходит в художественном фильме. Это интересно посмотреть, это интересно сохранить, это интересно репостнуть. Всякие, что сюда входит еще, например, подборки книг. Ты в жизни не прочитаешь эти книги, но сохранить себе подборочку, это такая вот часть, знаете, вот этого. Ой, я сейчас сохраню подборку и буду как будто бы умнее. Наблюдение о мире, вот я наблюдаю, а вот девушка там в кафе ведет себя так-то и так-то, а если бы она вела себя по-другому, у нее были бы результат ты не знаешь ни девушку ни ситуацию ты как бы со стороны стоишь и комментируешь как-то вот что происходит в мире то же самое вот фильмы книги цитаты из книг цитаты из фильмов разбор каких-то сцен если это не кинематограф не факультет кинематографа да там не режиссерский факультет где разбирают сцену с точки зрения режиссуры не там обучение операторов где изучают движение камеры а если это например про переговоры то разбор кино это все попадает в категорию контента, который меня развлекает. И Ольга неплохо это делает в своем канале. Есть много хорошего. Здесь есть, вот, пожалуйста, как уговорить девушку раздеться. На курсе «Гений общения» мы обсуждаем кусочек из «Операции И», где Гайдай говорит Наталье Селезневой, вам надо раздеться, наверное, у вас фигура плохая, поэтому вам, наверное, не стоит раздеваться. И она скинула с себя одежду, типа, вот, смотрите, какая у меня фигура. Типа он вот так вот, таким вот приемчиком, и ей как будто бы сманипулировал, и она как будто бы, значит, разделась за счет этого. Это не очень применимо в жизни, но это любопытно обсудить. И огромное количество контента в интернете, ну там можно на скидку сказать, типа 85-75% контента это вот примерно такое оно вызывает чувство, там, удивление, любопытство, о, интересно. Оно как будто бы растит твой кругозор, ну, потому что ты раньше не знал о том, что это было, теперь ты это знаешь, теперь ты можешь пойти там на вечеринку или с сидеть с кем-то из своих друзей, там, в разговоре это может мелькнуть. Ты становишься как бы более эрудированный, то есть ты знаешь много всякой ненужной фигни, но она других людей развлекает. Ты можешь лучше поддерживать разговор, потому что ты, используя этот же контент, лучше других людей развлекаешь. При этом, если ты с этим приемом придешь на переговоры, Реальные в жизненные переговоры, например, переговоры о, об аренде квартиры или там о поставке товара. Этот прием тебе низачем не потребуется. В лучшем случае ты расскажешь это как анекдот, и люди расслабятся от этого. Но это в лучшем случае. А так, скорее всего, это тебе в жизни никогда не понадобится, кроме как развлекать других людей. Ольга очень хорошо это делает. Ну, может быть, не очень хорошо, но достаточно хорошо, собственно, ее популярный канал на 57 тысяч подписчиков нам об этом красноречиво сообщает. Проблема в том, что развлекательный контент это не то же самое, что контент, от которого я что-то куплю. Потому что развлечься я развлекся, эмоции я получил. А теперь я возвращаюсь к своей обычной жизни, где я решаю свои обычные бытовые задачи. И это другое как бы крыло. Если мы говорим про контент где люди покупают и здесь нужно сделать э, оговорку покупают рационально то есть когда мы говорим о сложных продуктах с большим чеком когда людям нужно подумать о том чтобы о чем-то купить я здесь не говорю про продукты ну в духе на эмоциях за тысячу рублей по скидке скорее скорее купил тренинг какой-нибудь там Оксаны Самойловой о том как быть женской женщиной и женскую энергию транслировать в деньги ну то есть не вот эти эмоциональные мгновенные покупки которые ну иногда приводит к разочарованию. А я говорю про продуманные такие рациональные покупки, где люди реально как бы приняли решение, да, я хочу с этим человеком идти. Вот когда мы об этом говорим, то я должен увидеть свою насущную проблему. У меня в жизни есть проблема, и вот какой-то человек эту проблему решает. Я свою карьеру как редактора построил на том, что я показывал людям примеры текстов, которые у них же были. Я эти примеры брал из их там компаний, из текстов о компании из их писем. Люди узнавали в моих текстах в варианте до те тексты, которые им не нравились. И я своими руками показывал, как эти проблемы решить. И этот подход работает до сих пор. Я до сих пор иногда в своем канале или где-то еще показываю вот был текст до, тун-тун-тун, отредактировали, вот стал текст после. И это не очень развлекающее, потому что людям не очень приятно в соцсетях с утра до вечера решать свои проблемы. Люди в соцсети приходят развлекаться. Это справедливо, это нормально. Но, когда ты развлекаешься, ты не обязательно будешь много покупать. И вот у Ольги, мне кажется, это проблема. У нее популярный канал, в котором она хорошо людей качественно развлекает, но люди в момент развлечения не очень готовы в этот момент покупать, потому что Ольга им не показывает, какие их проблемы в их жизни она будет но она поможет им решить. Она рассказывает, что вот смотрите, какой профессиональный телеведущий. Она вела эфир, ей в рот залетела муха, она ее проглотила и как, как ни в чем не бывало. Это развлекательный контент, потому что нам в жизни очень редко попадает в рот муха. Эта ситуация типа одна на миллион. Большинство людей никогда в жизни не проглотят муху. Поэтому знание этой информации никакую проблему у людей не решает. Это прям хороший пример э, такого вот развлекательного контента. Но когда другому человеку в рот залетает муха, это любопытно, это смешно, хочется это смотреть, на этом хочется отдыхать. Вот после вот этого видео никакие тренинги покупать не хочется, потому что как бы таков дизайн этого, этой модели потребления. Но есть и другие, есть и хорошие. Эта техника позволяет расположить к себе любого человека. В колыбели для кошки Курт Вонигут. Нужно ли нам в жизни располагать к себе людей? Да, нужно. Это проблема. То есть вот такого типа, вот такая штука, она прям вот, да, то, что нужно. Пишет о том, что люди обожают объединяться в бессмысленные сообщества и называют их гранфалунами. Как нам это использовать? Когда вы начинаете общение с любым человеком, попробуйте найти то, что вас объединяет. Вот это ключевой кадр здесь, что показывают пример того, что вас объединяет, там образование, интересы, образ жизни и так далее. Классно. Здесь вот сейчас, если Ольга, а я видел, видел этот ролик, Ольга сейчас приведет пример по знаку зодиака. Ну и в идеале надо бы еще типа 3-5 примеров, как можно это в разных жизнях контекстах показать. Но даже один пример тоже хорошо. Давайте досмотрим. Об этом в первую очередь. Например, если вам я скажу, что по знаку зодиака я стрелец, а вы вдруг тоже стрелец, вы подумаете, вау, классно, она такая же, как я. Здесь есть проблема с точки зрения контента. А как мне понять, какой из этих при приемов выбрать? Ну, например, я говорю, на деловой встрече. А, да, здрасте, меня зовут Максим, я стрелец. Все такие окей, okay, Максим, ты больной, ну, типа, чё? То есть Ольга немного как будто бы оторвала это от жизни. Вместо того, чтобы рассказать как это вот в реальной ситуации, типа, вы пришли вести переговоры про зарплату. Вы пришли на встречу с клиентом, который не хочет вам платить. тун тун, -тун. И вот нужно сделать вот то и то-то. А это вот все-таки немного как бы оторвано от реальности. То есть как будто бы оно применимо, но тебе нужно как читателю сделать это вот, вот про эту часть, да? Тебе нужно сделать дополнительные действия, чтобы а, этот развлекательный контент применить к себе. И если бы Ольга сняла этот же самый Reels в м, формате: Представьте, что вы пришли к человеку, он вам говорит то-то, а вы как бы вы ему тогда ответили? Тогда это было бы ближе к покупки. Но как только вы так делаете, у вас появляется много проблем. Начинается, например, с того, что вы не можете привести достаточно широкие примеры, чтобы они были всем понятны, но при этом, чтобы они были конкретны. Ну, скажем, как только ты приходишь на переговоры о зарплате, у тебя очень много нюансов. Как ты работал, что за компания, какое у них там штатное расписание. бум бу 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 много всяких проблем, которые, ну, не просто решаются. И поэтому какой-то один общий веселый развлекательный рилс, который точно всем поможет, их нет, потому что у всех как бы своя специфика. И снять рилс по кажд... под каждую специфику довольно сложно. Выход здесь в том, чтобы брать какие-то конкретные ситуации, нужно в ситуацию долго вводить, объяснять все нюансы, которые есть. Типа, допустим, вы пришли в компанию повышать себе зарплату, но у них есть штатное расписание, там фиксированные клады и грейды, но вас это не устраивает и уходить из компании вы не хотите. То есть вы уже потеряли кучу внимания людей на то, чтобы объяснить им вот эти все вводные. И только тогда вы можете качественно сделать контент, после которого люди будут покупать. Но только те люди, которые узнают себя в этом контенте. А Ольга действует по вот этой более развлекательной модели. Оно все вот такое немного присыпанное популярностью. Вот как бы чтобы это было всем понятно: широкий круг людей, широкий круг проблем. И мне кажется, в этом и проклятие этого жанра ты людей развлекаешь. Люди сами не говорят, что мы пришли развлекаться. Но люди не готовятся к переговорам по каналу Гений переговоров. Люди подписываются на канал Гений переговоров в надежде, что чтение этого канала между делами, за обедом, среди политических новостей и так далее, как будто бы это даст им преимущество в переговорах. Это фантазия, это ну, так не работает. Но люди в это верят, люди на это подписываются. И поэтому существенной пользы от этих переговоров, они не от этого канала, они не получают. А так как они не, не, чувствуют пользы, они не видят, что это решает их проблемы, возвращаемся вот к этому, да, не озвучены характерные для их жизни ситуации, ну и в результате они подписываются, лайкают, читают, там пишут комментарии, куражатся в комментариях и не покупают. Возможно, в этом дело. Но, опять же, это моя гипотеза, я могу не знать всех нюансов этого канала, но вот со стороны это кажется так. Вместе с тем, в канале, как развлекательный продукт, тут все очень клево. Мне кажется, Ольга, вы можете спокойно в этом канале продавать рекламу и это будет вам приносить хорошие деньги ну не обязательно типа рекламу других курсов по переговорам продавайте любую другую рекламу и это будет нормально у вас большой канал вы людей качественно развлекаете есть аудитория которой вы нравитесь как человек которая с вами совпадает по невербалике по вашему характеру по вашему там возрасту стилю в одежде вашему вкусу вниманию к деталям людям это в каком-то смысле нравится каким-то людям ну и прекрасно ну и пусть эти люди к вам приходят, продавайте им рекламу, ну в смысле работ... рекламодателям, продавайте рекламу для этих людей. Все, и это нормальная бизнес-модель. Вы делаете нормальный, развлекательный канал. Если вы хотите продавать свои продукты вот этой вот развлекающейся аудитории, то у вас и продукты должны быть более, ну, такого эмоционального, развлекающего характера. У вас есть на этом наработке конфликты на пути к большим деньгам. Большие деньги, это людей триггерит. Лайфхаки и триггеры для вау-эффекта. Люди такие, да, надо быть вау, надо людей удивлять, и так далее, и так далее. Границы в диалоге, ну, немного менее конкретно, ну, то есть здесь что-то вроде, да, честь, достоинство, как быть, как высокорангово двигаться по жизни, как быть статусным, ну, вот что-то такое. Такое, знаете, вот что люди эмоционально покупают. Но это не серьезный разговор, это шоу. Ничего в этом плохого нет. Ну то есть, если вам нравится эта работа, такая работа, прекрасно. По эстетике у меня, как всегда, есть придирки вот к такого рода фотографиям. Я понимаю жанр, когда вы сходили в фотостудию, встали перед циклорамой, перемерили 10 вариантов одежды, сфотографировались профессионально, и у вас на весь сезон куча всякого контента. Так делали в Инстаграме, это кто-то, какой-то инстаблогер придумал эту тему, и все за ней повторили. Проблема в том, что это не информативная фотография, то есть она ни ничего буквально не говорит, ничего не сообщает, она пустая. Вот просто Ольга стоит, вот я такая. У этой фотографии есть применение на сайте знакомств, на, может быть, на афише в конференции, может быть, вы станете суперизвестным там стендап-артистом, и вот эта фотография, типа все знают Ольгу, и поэтому все идут на Ольгу на ее лицо. Но это не иллюстрация к посту, секрет, который им помог мне стать чемпионкой по переговорам. Для таких вещей нужно рисовать схемы, комиксы, скриншоты диалогов, скриншоты переписок. Ну то есть что-то более абстрактное. Я вам об этом, наверное, порекомендую посмотреть вот что. И вот этот видеоурок. Посмотрите про как раз про иллюстрирование абстрактных вещей. Мне кажется, вам это будет здесь полезно. Но при этом у этого есть, это имеет право на существование вот в каком-то вот этом инстаграмном отделе интернета, где это принято, так модно, так было модно 10 лет назад. Все еще есть люди, которые так делают, ну и как-то вот это вот там происходит. И, конечно же, я как человек, тоже занимающийся переговорами, мне глубоко противно и отвратительно то, о чем вы говорите по содержанию. Не то, чтобы прям глубоко, хорошо, это я немножко утрирую. В целом, ваша подача, и это мое мнение по, относ... по отношению к контенту, и я дел... говорю это всегда с большой осторожностью, понимая, что кому-то это подходит. У вас очень малая доля контента посвящена, именно, говоря про канал, посвящена тому, что особенность хороших переговоров в том, чтобы реально понять, что нужно другой стороне. И вы иногда даже сами пишете, что не нужно давить, а нужно спрашивать. Большинство экспертов учат тому, что в переговорах нужно делать как можно меньше, а лучше не делать вообще, аргументировать, давить, манипулировать, стоять на место, пытаться заболтать, давать обратную связь. Вы говорите, так не надо но весь ваш канал в силу того, что это развлекательный канал, он состоит из вот этого контента. Почему? Потому что то, что реально нужно для переговора, об этом контент неинтересный. Потому что неинтересно читать о том, что на переговорах нужно быть внимательным по отношению к другому человеку. Это не зажигательный контент. Люди не любят, когда им говорят, чувак, будь внимательным. Люди не хотят быть внимательными. Люди хотят волшебных таблеток. Люди хотят быстрых решений всех своих проблем. А когда им говоришь, чувак, посиди внимательно послушай, он такой, ну, я послушал, все, типа, что чё, говорить? Вы сами вроде бы об этом пишете и сами же нарушаете этот самый принцип. Поэтому мне не то чтобы прям глубоко противно. Но я читаю каждый ваш пост и думаю, ну я понимаю, что это развлек как типа научно-популярный развлекательный контент о переговорах, это канает. В реальной жизни это... это не работает. И я листая, понимаю, что, ну, это мое субъективное, у других людей может такого не быть. Будто бы я попал в канал человека, который о переговорах знает только по фильмам, книгам и мемам. И который в реальной переговорной ситуации с другим человеком как будто бы не был. Хотя я уверен, что это не так. И вот мне кажется, что одно из решений, если бы у вас была цель направлять ваш канал в то, после чего продают, чтобы там появилось больше Ольги как профессионала в переговорах, не профессионала в издательстве, а вы безусловно профессионал в делах в деле создания развлекательного контента, не профессионального тренера по переговорам. Хотя, безусловно, вы ведете тренинги какие-то, да, и как-то люди на них учатся. Не профессионалы из Инстаграма, а как будто бы вы приходите и решаете какие-то реально бизнесовые задачи. И вы как человек, как специалист делитесь своим опытом. Не пересказом книг, не чужими находками, не цитатами из книг, а вашим личным опытом работы с клиентами на переговорах и так далее. У вас есть причем контент здесь, который про ваш личный опыт, но этот контент про то, как вы участвовали в каких-то там играх. Когда я попала на чемпионат России по управленческой борьбе, стала чемпионом по переговорам. Вы стали чемпионкой по переговорам, попали на чемпионат России по управленческой борьбе. Когда я это читал, у меня была мысль, а в реальных переговорах-то вы участвовали не в симуляции переговоров а в каких-то игрищах. Но это знаете как, есть такая спортивная игра, страйкбол называется. И там мужчины с оружием, которые имитируют настоящее, в экипировке, которые имитируют настоящее, бегают по лесам, по полям, по заброшенным зданиям, специально подготовленным, и имитируют какие-то военные маневры. Эта игра требует от э, участников хождения по там всякой застройки, прятание в лесах, имитация работы снайпера, осады, штурма и так далее. И от людей, знающих, я сам в этом не участвовал, я вам пересказываю то, что мне говорили. Это в буквальном смысле игра: в реальной войне просто наводчик там кто-то каким-то образом или с коптера определяет положение объекта, где находятся солдаты, туда лупит артиллерия. И все люди, которые находились в этом здании, все нахрен умирают. То есть вот этого реального столкновения, как в страйкболе, его как будто бы очень мало на войне. В основном это типа поливают артиллерии, ракеты, там дроны взрываются и так далее. И у меня от вашего канала ощущение, что вы как будто бы пишете, как будто пишете про реальную войну, в нашем случае про реальные переговоры. Но ваш опыт, он как бы страйкбойный. И вы переносите опыт игры, а вы буквально пишете здесь, что вы были на чемпионате. На, как будто бы так и нужно делать в жизни. И я уверен, что у вас есть реальный опыт переговоров. И что вы, работая раньше там в каких-то крупных компаниях, делали это. Но вы почему-то об этом не пишете. Вы пишете о вот этой вот как бы имитации. И самое неприятное, что, ну или парадоксальное, что в развлекательном контенте это вполне канает. Потому что людям не важно, насколько это реально, им важно, чтобы это их развлекало. И в этом проблема, что вы классно развлекаете людей, и кажется со стороны, что это к реальной работе, к реальным переговорам, к решению реальных задач не имеет отношения. И поэтому любой человек, который не на эмоциях, а рационально будет это покупать, у него нет повода покупать. Ну а для эмоций у вас мало эмоций. Вы мало показываете полуобнаженного тела, вы мало показываете красивой жизни, мало показываете, как за счет переговоров вы повысили свой доход в 10 раз, вы не работаете на лоха. Потому что что вот это вот на эмоциях, это работа на лоха. Я заработал 100 миллионов рублей за месяц, вот я на патриках фотографируюсь, вот у меня красивая сумка Шанель, вот мой красивый лайфстайл, если хочешь быть как я, покупай мой курс, вот типа такого. Вы этого не делаете, и как бы вот у вас и разлад. Вы развлекаете так, чтобы продавать эмоционально, но не делайте контент для этого. Это наша первая часть разговора про ваш канал. Я надеюсь, что что-то было из этого полезно. В следующем видео мы с вами поговорим про ваш второй канал, который называется Этот новый мир игр и Ольга Грищенко. Тут все плохо. Дальше в плейлисте листайте, и я вам это все покажу.